Всем добрый день. Сегодня 22 апреля 2019 года. Наблюдаю всю эту картину с балкона. В том году вдоль вот этой небольшой аллеи там была тропинка. Вдоль тропинки сажали всем двором деревья. Маленькие деревья. Их специально огородили вот такими вот колышками. Вот видно даже, в некоторых местах колышки остались. Вопрос. Нафига мы сажали эти деревья, если в этом году делают тротуар? Все перепахали, деревьев нет, колышков тоже нет. Ну и к тому же их дети зимой выдрали в некоторых местах. Вопрос. Зачем мы сажали деревья? В никуда и деньги, в никуда дерево. Точнее, это вся аллея. Вот как-то так. Что творится, непонятно. Дурдом.